Шалом, дорогие друзья! Сегодня 10 число месяца Мар-Хешван. И сегодня Алтеребе в продолжение хочет укрепить вопрос касательно клипот, о которых мы учили ранее. Он говорит, что обитатели высших миров, души и ангелы, не в состоянии высвободить искру божественного света и восстановить из деталей разрушенных оболочек сферы Хохма, попавших в клипат Нога. На это способны лишь люди в низшем мире. Каждый еврей в состоянии проникнуть в тайны сферы Хохма, сделать открытие в Торе и прийти к новому пониманию как ее законов, так и Агады, и на том ее уровне, где речь идет о реалиях физического мира, и на том, где говорится о тайнах Божественного и о высших мирах. Это дано всем в соответствии с уровнем их души, и каждый обязан реализовать свой потенциал, чтобы привести душу к совершенству и освободив из пепла клипот, те искры, которые ему предначертано вознести в их высший источник. Друзья, обратите внимание, насколько важная ответственность лежит на наших плечах, и мы с гордостью и радостью способны найти в любой вещи Творца и Его святость. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч! Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.